Ох уж эти сказки. Ох уж эти сказочники. А в коллекции PlayStation появилась великолепная версия знаменитой гоночной игры Need for Speed, первоначально разработанная для системы 3DO. И хотя она и не блещет такими техническими достижениями, как игра Ridge Racer, вам доставит огромное удовольствие выбор отличных автомобилей и головокружительная имитация вождения. Великолепная графика, фантастический звук, 8 лучших супермашин мира, 3 огромные трассы гонок, невероятный подробнейший режим воспроизведения записанной гонки, долго длящиеся красочные и звучные катастрофы, хитрый противник, группы быстрых полицейских и, конечно, реалистичное управление машиной. Найдите время поиграть в нее, и вы отдадите должное ее создателям. Чую запах паленой резины. К вашим услугам 8 моделей автомобилей: Lamborghini, Porsche, Chevrolet, Ferrari, Dodge, Acura, Mazda и Toyota. И 3 режима игры. Вы можете бороться со временем, с другим водителем или с 7 соперниками. При игре вдвоем можно воспользоваться слегка замедленным, но все же увлекательным режимом с разделенным экраном. Вы можете мчаться по 3 трассам, имеющимся и в 3DO версии, городской, прибрежной и горной, да плюс к тому еще по 3 кольцевым трассам. Из других новинок стоит отметить ручной тормоз, улучшенный спидометр и тахометр, а также 3 типа условий освещенности – дневное время, рассвет и сумерки. После таких усовершенствований эта версия ничем не уступает версии 3DO, а во многом ее и превосходит. Прекрасные пейзажи проносятся мимо еще быстрее, а процесс совершенствования стиля гонки увлекает настолько, что поневоле начинаешь игру снова и снова. Панели управления требуют вашего неусыпного внимания. У каждого автомобиля есть своя специфика, ее необходимо освоить. Ярых автомобилистов эта игра несомненно увлечет, хотя аркадных гонщиков, дилетантов, пожалуй, очень скоро утомит. Вас захватит эта скорость. В игре Need for Speed вам предстоит пройти испытания на коварных горных дорогах и в пробках городских улиц. Вокруг вас замечательные красочные пейзажи со множеством деталей. А вот машины в движении выглядят довольно условно, схематично. Правда, это купается великолепными видеосюжетами, представляющими каждую марку машин. Звуковое сопровождение дополняет ощущение того, что сидишь за баранкой автомобиля. При этом мотор каждой машины звучит по-своему, если вы, конечно, выключите модный металлический рок. Мне, пожалуйста, Феррари. Что может сравниться с удовольствием дать полный газ на Феррари или Ламборджини? Игра Need for Speed дает возможность необычайно полно испытать это удовольствие. Если вы настоящий фанат автогонок, приобретайте ее, она того стоит. Пока!